Сегодня российские школьники пишут единый госэкзамен по математике. Это первый обязательный экзамен. В Тюменской области его сдают больше 10 тысяч выпускников. В этом году форму экзамена пересмотрели. Школьники теперь имеют право сдать либо сложный вариант, профильный, либо полегче, базовый. Хотя еще в прошлом году для поступления в математические вузы выпускникам приходилось сдавать оба уровня. В Рособорнадзоре посчитали, что незачем лишний раз ученикам волноваться. Нововведение выпускникам пришлось по душе. Поступаю я в медицинский университет и выбрал базу, так как профиль является весьма сложным предметом. И чтобы не тратить много времени на этот предмет, лучше решил уделить время химии и биологии. Также с этого года наблюдателями на экзаменах помимо родителей и учителей стали студенты, которые еще недавно сами сдавали единый госэкзамен. Он и создан, чтобы его было реально написать. Единственное, что мешает, это серьезное давление. Но с ним можно справиться.